Все, я спать на диван. Галь, подожди, ты куда? Ты замолчишь когда-нибудь или нет, а? Я же говорю, мне завтра рано вставать, мне на работу. Да, я понял, да. Кстати, как дела на работе, а? Слушай, говорят, ваша Ленка из отдела кадров сама себе машину купила? Да? Ага, сама. Сама, она только шнурки завязывать может, ты то недавно научилась. А машину 100% хахаль новый купил. И главное, ведь хватает наглости врать, когда все все прекрасно понимают, да? Но больше всего, меня взбесило. Я просто взбесила ее наглая морда, понимаешь? Она приехала после праздников и говорит, ну что, у кого какие подарки? И не дожидаясь ответа, говорит, а я сама себе подарок купила. Купила она сама. Саша, а, да. Я не дорассказала!